Проравший бомж. О, видите, буянит пьяниц, это мой новый влог. Доброе утро всем, блять. И сегодня мы немножко будем, наверное, бухать так. Сейчас я проснулся. И что я? Проснулся я, и сейчас надо будет покушать, и потом собираться, и потихоньку ехать уже к Вадиму. И вчера приехала к нам подруга из Минска, и ночевала у Вадима. Вот. Мы их забираем сейчас. Я вообще... Если я их, короче, забираю, еду к ним на Гаевую туда. Наверное, в магазин. Где-то 4-5 часов. Пойдем смотреть квартиру на Гаеву. Сука. Будем бухать. Ладно, погнали, ребятушки. Короче. Вчера... Мы нахуярились, как гнидники, просто пиздец была нахуй. Короче, я не буду долго ничего объяснять, просто посмотрите на это. Почему я не трогаю? Года занимался тэквондо. Смотрите. Рука, плечо, плечо. Блядь, смотрите. Плечо, плечо, дебил, плечо. Бухаем. За шефа. Колдым, ебать. Водочку за шефа. Давайте. Меня очень, ведь твой стиль пьяный мастер, мой стиль пьяный отчим. Раунд бич. Стиля Сани Плытника. Жопу водки, блядь! Сука! Братанчик. Это Павел. Я мне её отдирать. Ой, блядь! Иди, жопа мохнатая. Дай мобилу мою. Где моя нога у тебя в жопе, блядь? Ломай! Сейчас ломай! Пизда, мы в хламину немного. Жри! Ебаный, блядь! Рот ебаный! Квартира. Пизда, трэш бухаловка у нас тут творится. Подписчики будут в ахуе, снимаем, блядь. Фуба, идем за мной. Подожди. Чего, блядь, за хуйня? Пошел в квартире, нахуй. Блядь! Ебаный рот! Пизда, как такое возможно?
да, короче, нахуярились, и что-то, блядь, пиздец. Ну, вы все знаете, чем это закончилось. Я сюда, тут цены кадр. Какой, блядь? Блядь, Вадик, нахуй, блинчики. Ты сюда. Ребята, вы увидите шокирующие кадры. Желательно не блевать сразу. Ну, блядь, извиняйте, нахуй. Вот он, нахуй.